Так, я в Норвегия, доту хочу Финляндия. в этот новый режим, Жесть. пойдешь? Не, я не хочу. Да пошли, что ты Ай. ломаешься. Че как девочка, че ты как Да мне девочка? надо второй язык пройти. Пойдем, пойдем. Нихуя себе ты меня... Одну часть. Блядь, я смотрю на твою аватарку, услышу, что ты говоришь, мне страшно. Пойдем. Давай. Не. Трусы снимай, заходи. Не, отмена, отмена. Давай, 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 не ломайся. Нет, спасибо, я не хочу. Ай. Все. Снимай трусы. Я уже. Я тебе говорю, снимай трусы, заходи. Заходить не буду. Заходи. Не хочу. Ну Что как это за... хочешь. Э? Что это было, блин? А схитковая. Поехали, бля, по городу. Еще тут. Ебасоса таким нужно бить, честно. Вот так вот, блядь. На раз, два, три, нахуй, рвать. Стоп. Что-то у меня был этот трек, по-моему. Да, тут. Дроншик. А, это Хрилл из Рэпперхара. Подожди. Я жвачка, бабл блю. Это он? Круто, там еще есть бас-буст мани. Куда он делал? Ты его избавил, конечно. Все, я все сделал. Да, там... На, понюхай, ёпта, хлеба. Да. Блин, прилично, прилечу, прилягу, похуй. Ну, блядь, хуй. Что? Давай сыграем в доту через, блядь, 25 минут. Ну, получается так. Я пошлю туда него. Я кураки заснился, есть дубак. Арки 198 миллиграмм. Килограмм, блядь. Я кураки. Ответ убил писька. Личного характера вопрос. Имею право задать или нет? Ля нахуй. Republic of Games. Республика геев у тебя там стоит, ля. Ну рок, да. Смотри, какая у меня есть наклеечка. Alien Варя. Я ее программирую, пиздю. Вор, блядь. Вор. Воровский почему не набил еще? Или ты мышь? А, так вот почему у тебя мыши рядышком. Крыса. Крыса слишком грубо. А мне похуй. Я виноват, что гении мыслят одинаково и хотят говорить в одно время, блядь.
Что видишь ты, что видит она? Что видит ребенок в ней, блядь? Ой, нахуй, мне плохо. Я такое же сделал, блядь. А ты можешь еще глаза в разные стороны? Да можно. Че с лицом, мать живая? Да хуй положи на эти зум. Давай. Значит, замувы такие, флекшоты. Мне пупок покажи, пупок. Флекшоты, блядь. Смотри, хуй глаза, хуй глаза. Я по лицу себе захреначит. Я нашел вам новую закрывашку. Сок любимый. Чашку еще переворачивает. Что-нибудь видно? И оттуда негр. Тварь, блядь. Тварь ты, сука, дёгтевая, блядь. Сука, фаршмак из-под ногтя, блядь, нахуй так смешишь? Пиздец. О, а мы порно увидим? Думаю, да. Сейчас она её уложит. А ты можешь её, типа, на камеру надеть, я не знаю? Кого крикнул? Миш. Натянешь? Сапу на глобус, да? За сотку натянешь мышь на хуй. Любую похуй. Такой ты, блядь, дёгтевый нахуй, ёбок. Ой, блядь, сидит это. Ой, нахуй. Фу, блядь. Лязу, бастик, прям как я, ебанёшься. Взяла Миша в нос, рыгнула, блядь. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля, чё делает? Обхаживает её, да? Такой толстый, блин. На Новый год следующий откармливать. Сплинтер. Принтер. Опа. А как их зовут? Пурген и Диоген. Да. Только проблема в том, что я их не различаю. В этом самая большая проблема, я их не различаю. Тоже толстый. А вторая в бочке живет, да? Ух, ебать, ползет, сука. Бля, мне аж поплохело ненадолго, нахуй, думал, сердце откажет. Ублюдок, блядь. Не, сделай ниже, ниже, под нос. Осьминога. Как все осьминоги, блядь. Онечан. Да, Миша под солями, блядь. Колбасой. Настоящий анимешник. У меня ж сердце не потекло, блядь.
Блин, Дусина, блядь, сука, 2D-шная. Ой, блядь. Фига смазала пацана. Миш, чекните, чекните дискорд, дискорд чекните просто. Миша, Миш, а можешь рыгнуть в камеру? Ну сладенько, нет, какая-то, блядь. Ну тухленько, да. Ну это какая-то как крыса рыгнул, блядь. Ну, мне сейчас не хочется рыгать. Миш, Миш, а скажи, каково жить с двумя армянами в комнате? С тремя, почему? В нарды играют. Меня сейчас скроют, блядь. Не, Мишань, ты можешь... Не, Мишань, ты можешь еще раз вот это вот... Под нос, типа, вебку засунуть, я не знаю, как ты это сделал уржачим нереально. Не-не, ниже, ниже. Еще. Ебать, у него лампа Аладдина есть справа, смотри, нахуй. Он в ней снюс хранит, наверное, да. Сплевывает туда, блядь. Полез, полез. Сейчас чая нальет, ебанешься, блядь. Ну, блядь, зацени. Ух, ебать. Там что-то лежит внутри. А там прах бабушки, да? Блядь. Камера недоступна, какого хуя? Мы уже забанили, блядь. Бля, ради бога, чтоб не сдохнуть. Мишань, сядешь на лампу? Блять, пойду обратно, я поставлю эту мамку, пизды даст еще. Ля, у него олимпийские игры на потолке, пиздец. Блять, жаль, не в камеру было. Весьма. О, блять, кстати, у меня сейчас свет, интересно, включен или выключен, блять? У меня где-то был пульт для управления светом. Хуя, маг солнца, блядь. Только я его проебал где-то. На пульт нажимать, солнце вырубается. Ну я проебал пульт, короче, видимо. А! Не, не проебал, вот он, ребят. Не, не рубишь опять. А выключатель-то выключен. Дурак, блядь. Мать, заходит, я чё, дебил? Я рулю, фишка! А ты ещё такой... Ля, там бас-гитара висит, ебанёшься, блядь. Это моя укулеля со пластиками. Да это черви просто танцуют. Не свастика это, блядь. Целый контрабас, слушай. Зацените мой пакет, кстати. С говном? А чё там? Он пустой, там, кстати, мои носки, ещё и спиннер валяется. Носки и спиннер, сраное сочетание. Ну а чё Миш там не лежит? И сейчас туда сплюнет, блядь. В лампу, блядь, в эту. Ой, блядь. Не, в лампу она выхаживает. А смотрите, у меня есть полотенце с тигром, блядь. Я думал, сейчас из цветка, из горшка вытащит. Открывай занавеску, там реально тигр, короче, рядом с полотенцем. Ой, блин. Ну, Миш, смотри, лицо показал, теперь надо жопу. Как настоящая стримерша. А сечка... Бля, там Серёжа еле дышит, нахуй. Снова не дышит. Просто выключил его, нахуй, как с пульта, бля.
Бля, вот, а вот, куда Серёжу выключаю? Смешно. Пацаны, пойдемте фильм смотреть, да, пальцы. Это может бесконечно продолжаться. Трим выключили. Миша Навального показывает. Ты взял взятку? Тебе вок с курицей? Да, второй компьютер у него там стоит, пиздец. А это не компьютер, там только монитор стоит. А справа он. Корпус. А, блядь, он, по-моему, не робит. Там старые, типа, какие-то комплектующие. Я уж даже не помню, какие. Я помню, что там GT240, по-моему, стоит и все. Бля, мне на секунду даже поплохело, пиздец. Попей чаю. У меня нет чая, у меня только кока-кола и энергетики. Риностоп у тебя есть? У меня есть Нурофен и цикламет. Нормально. Все, давай, вот это, как папич. Всем пока. Все. Все, фильм закончился. Так, филантроп, это кто? Блять, я руку себе проткнул, у меня теперь, короче, сухожилия прикалываются. А во сколько в пати народу? Ну, а сколько у вас? Филантроп, это кто? А кто рокер? Так. Дима. А ебаная нацистская шелупонь Денис, это кто? Это ебаная... А почему у меня до сих пор отмечено, что я в пати? У меня два варианта. Просто ебаная нацистская шелупонь, это либо Денис, либо мой дед. Пиздец, пюрешку нахуй высасываю из ложки, ебанешься мне. Ну как пюрешку, пенку от капучино. Бля, я за пенку от капучино мать готов продать, серьезно. Еще угодно, блядь. Кроме своей. Там две пенки для капучино. Окей, смотри, вот допустим, вот это лифт, да? Вот так, вот так. Ну, блядь, ладно, вот отсюда. Вот это лифт. Это выход, соответственно, да? Вот тут идет, допустим, пространство вот примерно вот так. Тут... Ну, не-не-не, это не... Это вид сверху. План. Вот. Тут, допустим, у тебя кухня, условно. И тут идут, типа, раз комната, два комната, три комната, там еще что-то, еще что-то. Вот. И тут, типа, ты заходишь в помещение с этим, вот здесь помещение. Типа, здесь, допустим, лифт, а здесь ванная. Какой-то член получился. Блять, подожди, это надо перевернуть. Посмотри, это глаза, нос и зубы. Охуеть, блять. Это пиздец, нахуй я создал монстра, блядь.